80-летие отпраздновал Карабудахкентский район. Поздравить руководство и местных жителей с юбилеем приехал спикер парламента Хизри Шексаидов. В Доме культуры райцентра провели торжественное собрание, где были отмечены достижения района в социально-экономическом развитии. Помимо этого, каждое село знакомило гостей с особенностями быта и культуры. Карабудахкент сегодня был похож на один большой красочный майдан. К народным гуляниям присоединилась и Северина Шамхалова. Во Дворце культуры Карабудахкента сегодня настоящее столпотворение. Сюда съехали жители со всего муниципалитета. Повод особенный – 80 лет району. Праздник отмечают пышно и с размахом. В качестве гостей делегация из Махачкалы во главе со спикером дагестанского парламента Хизри Шексаидовым. Перед началом торжественного собрания ему показывают все, чем богата карабудахкентская земля – культура, традиции, ремесла. Дальше встреча с жителями района. Общение затянулось на несколько часов. Сельчанам было что сказать. Говорили о достижениях района за последние годы и о том, что еще нужно сделать, чтобы выбиться вперед. Ведь перспектив у муниципалитета достаточно. Это в первую очередь выгодное месторасположение. Протяженность береговой линии Каспийского моря в пределах границы района составляет 48 километров. Через райцентр проходит железнодорожная магистраль, а в полутора километрах от нее федеральная автомобильная трасса. Все это, по словам Шексаидова, надо использовать для привлечения инвесторов. Вы должны этим пользоваться. Вы должны там себе создавать условия для отдыха. Создавать, если необходимо, рабочие места. Для чего деньги вкладывает инвестор? Для того, чтобы получить прибыль, чтобы заработать денег. И в то же время создать необходимые условия для вас. Поэтому это надо иметь в виду. С трибуны прозвучали поздравления с юбилейной датой, похвала и здоровая критика. Руководитель муниципалитета Капур Исаев отметил, что район является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции. К тому же есть все предпосылки для развития виноградарства. Юбилей – это прекрасная возможность подвести определенную черту, проанализировать итоги, определить стратегию дальнейшего развития. Он позволяет нам оживить нашу историческую память и выразить чувство уважения всем поколениям жителей нашего района, причастных к его истории. Карабудахкентский район сегодня уже является одним из самых крупных, значимых муниципальных образований республики, в котором проживает более 79 тысяч человек. После подведения итогов года участники праздника отправились в парк отдыха. Там народные гуляния продолжились. Делегация из Махачкалы посетила национальные майданы поселений района. Хизри Шексаидов, как почетный гость, отведал напиток из рога и станцевал лезгинку. Северина Шамхалова, Ибрагим Магомедов и Заур Магомедов. Время новостей.